Изучая книги старинных рецептов, я обнаружил одну забавную вещь. Оказалось, что в старину шампанское готовили не только из винограда, но и из фруктов, ягод и овощей. В частности, вот это вот шампанское, приготовленное из тыквы. То есть та самая тыквенная брага, которую я использовал для самогона, но частично я попробовал сделать по тому старинному рецепту. Что это такое? То есть когда в процессе брожения брага достигла 10% содержания спирта, я залил эту брагу в укупоренную тару и убрал в холодильник для дальнейшего холодного брожения. Температура брожения составила 5 градусов. Но предварительно я в нее добавил сахар по вкусу, как и было в принципе написано. Правда, там описывается сахарная пудра, но в данном случае сахар. Сахар именно по вкусу, потому что если вы сахар не добавите, то получится что-то типа брют. Вот, сейчас попробуем это дело открыть. 2 недели оно простояло в холодильнике. Судя по рецептуре, должно пыхнуть хорошо. Как видите, пыхнуло. То есть это настоящее шампанское получилось. И пена образуется, и все. Я ниже к видео дам подробное описание рецепта, как это делать. Потому что это уже у меня не первая бутылка открытая. Это я вам демонстрирую. Потому что не верил, что это получится, но по вкусу. Совершенно отличное шампанское. С небольшим, правда, припахом дрожжей. Но, в общем-то, то, что мы в магазине покупаем, тоже имеет припах дрожжей. Но по вкусу... такое шампанское с оттенком мангового сока. В общем, рекомендую. Очень хорошая штучка. Вот еще раз обратите внимание. Пена, правда, быстро сходит, потому что это естественная газация. Но очень здорово. А по крепости где-то 12-12,5 градусов получается за счет холодного брожения.